Алеппо, город-мученик сирийского конфликта, лежит в руинах. Сразу несколько противоборствующих группировок вели ожесточенные бои за контроль над этой археологической и культурной жемчужиной Ближнего Востока. Битва за Алеппо еще продолжается, но группа исследователей из Центральноевропейского университета в Будапеште задалась вопросом о том, как залечить раны города после войны, запустив так называемый проект Алеппо. С инициаторами этой идеи встретилась корреспондент Евроньюз Андреа Хаягас. «Наша цель – наладить контакты с жителями Алеппо, говорит Алхакам Шаар. Именно они в центре нашей работы. Их мнение очень важно. Мы надеемся узнать, что они думают, чтобы учесть это в нашем проекте». В состав исследовательской группы вошли архитекторы и другие специалисты, в том числе и выходцы из Сирии. Проект Алеппо, над которым они работают, это, по сути, план восстановления города.